Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В хоккейном Гомеле кадровые перестановки. Клуб покинул вратарь Роман Бабарико. Контракт с 26-летним голкипером расторгнут по соглашению сторон. В текущем сезоне Бабарико сыграл 8 матчей за гомельскую команду, в которых пропустил 13 шайб и отразил 117 бросков. Коэффициент надежности 3,48. К другим новостям клуба: форвард Гомеля Александр Скоринов вызван в национальную сборную. При 17 сыгранных встречах в нынешнем сезоне на его счету 10 очков. В эти выходные пройдут очередные поединки 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Оба представителя Гомельской области сыграют 26 октября. «Славия Мозырь» отправится в гости к Слуцку, а «Гомель» примет на своей площадке «Брестская Динамо». Начало матчей в 15:00 и 17:00 соответственно. В Могилеве прошли республиканские соревнования по мини-футболу. Участие в них принимали учащиеся учреждений профессионально-технического и среднеспециального образования. За победу боролись команды юношей со всех областей и Минска. По результатам турнира первое место у сборной Минской области. Дружина Гомельского региона заняла второе место. В Минске прошел финал республиканской школиады. В турнире участвовали сильнейшие спортсмены области – 15 мальчиков и 15 девочек. В программу соревнований вошли бег 60 метров, прыжок в длину с разбега, метание мяча, бег 800 метров для юношей и 500 метров для девочек. По итогам турнира команда Гомельской области стала бронзовым призером. В личном зачете первыми стали по программе многоборья Елизавета Иванькова, в беге на 500 метров Мария Шершнева, в метании мяча Татьяна Миронова. Всего у спортсменов области 8 медалей. Гомельчане стали вторыми на Кубке Беларуси по спортивному скалолазанию. Сборная нашей области уступила лишь представителям Минска. В индивидуальном зачете среди мужчин победил Александр Клюжев. Бронза у Ильи Талдыкина. Среди женщин третье место завоевала Арина Иванова. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».